В ритме танца на сцене профессионалы и любители. Себя показать и на других посмотреть приехали 24 команды, 8 из них владимирские. Зрители и болельщики переживают не меньше, чем сами участники. Ну, я сама занимаюсь танцами, поэтому мне очень интересно здесь поприсутствовать. Я приехала поболеть за нашу школу. Артем занимается танцами с 4 лет. Увидев впервые по телевизору настоящих танцоров, для себя решил, что точно научится двигаться, как они, а может даже и лучше. Но когда пришли взрослые заботы, танец все-таки отошел на второй план. Мне все-таки пришлось пожертвовать. Я все-таки решил, что танцы пусть останутся хорошим увлечением, которое много для меня значит и которое мне много дали. Я чувствую себя увереннее из-за танцев. Но сейчас все-таки учеба и высшее образование приоритетнее для меня. Победа сегодня действительно не главное. Важнее показать, на что ты способен, и быть единой и дружной командой. Для каждого участника танец – это больше, чем просто хобби. Это настоящее искусство. Я танцую, и все. Для меня это, ну, это прежде всего драйв, это энергия. Будете заниматься танцами, будете больше жить, будет больше эмоций, и все будет хорошо. На сцене было все – и мамба, и танго, и модерн, и джаз, и диско. Танец, он объединяет, он учит нас жить, и он учит нас тому, что жизнь, она яркая, красочная, любимая. Фестиваль в ритме танца уже 3 года проводится во Владимире, но на областной уровень вышел впервые. Впрочем, высшая награда осталась в областном центре – гран-при фестиваля у «Эклиптики». Все танцоры коллектива получили за победу веб-камеры и сейчас собираются в Иваново на танцевальный фестиваль уже в масштабах Центрального федерального округа. Виктория Фатхудинова, Ян Захаров, 6 канал.